Привет, сегодня у нас видео с формата челленджа, идеи для которых вы кидаете в комментарии. Я часто вижу, как вы предлагаете поиграть за Финляндию против СССР. Я подумал и решил добавить в этот челлендж скандинавские страны с условием, что Финляндия будет держаться сама 2 месяца, и скандинавы должны будут взять 3 ключевых города СССР: Ленинград, Москву и Сталинград. Поэтому у нас сегодня есть игроки на Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, и мы еще хотели добавить Исландию, но там всего набралось 2 сумасшедших добровольца. Также не забывайте про поддержку этого ролика лайком и канала подпиской. Мне будет очень приятно. Ну а мы переходим к обустройству обороны. Я дал игроку на Финляндии 10 из ПЗО, чтобы он сдержал советские танки. Но остальным странам я накинул по 5 обычных двадцаток, и судя по тому, как стоит укрепление Финляндии, игрок решил сдать север и закрепиться в озерах на границе с СССР. Ну а потом игроки заметили одну интересную особенность. И да, не забывайте, что на глазах игроков будут появляться флаги. А тебе прикольно то, что у тебя дивизии в озере стоят? Не понял. Они просто купаются. Не понял, Ваня, что ты там наделал? Финоборону расставил, и мы перешли к войне. У меня войска просто не идут! А зачем твоя дивизия идет в Ленинград? Финляндия пошла наступление на Ленинград, но игрок явно не знал, что вот здесь идет столько дивизий. Уже через несколько минут СССР вывел финнов обратно на линию Маннергейма и начал уверенно занимать север. Поэтому я решил спросить финна, как у него идут дела. Пока на своей территории, мне лютые бафы, мне... Вообще, я бы им дам пройти в одну клеточку, чтобы с другой клеточкой тупо обойти, так сказать. Ловить, ага, удачи. Клеточку. Посмотрите, что это за линейка до Камчат. Старый фронт. Блин, я надеюсь, сейчас советы остановятся, но Суприм просто, ну, да. Пришел дед, я чуть фронт, но меня по нему выбивают. Они просто давят тем, что у них танки защиту имеют. Можно не атаковать, спасибо. СССР сильно прорывает пока что Финляндию, он скоро займет Карельский перешеек, с востока убивает финские дивизии из залива своими тяжелыми танками, но Финляндии осталось всего месяц сопротивления, и дальше ее союзники смогут вступить в войну и отвлечь на себя часть сил. Скандинавы вступили за Финляндию, давайте расскажу, как они будут действовать. Норвегия, имея довольно слабые дивизии, заняла позиции Финляндии и будет вместе с ним обороняться на юге. Ну а Швеции и Дании досталась роль прорыва. Они должны сделать наступление на севере и нанести большой урон советским войскам. Кстати, пока что по потерям это совсем не зимняя война. Здесь у нас финны потеряли уже 40 тысяч против 80 советских. И все идет как-то не совсем не в пользу финнов, но может поменяться с приходом союзников. И кстати, прошло совсем немного времени, и финны пожгли уже много танков. 1345 легких и аж 295 тяжелых Т-35. Позже у нас произошло событие, после которого датское правительство отправило спать, и игроков осталось всего трое. Ну и потом начался сильный прорыв на юге Финляндии. Да, меня сверху прорывают, все. Тупые люди просто в армии. Вот в Америке же была армия, батальон дебилов, у меня тоже, так и только у меня вся армия. Философия, я не рад. Просто поставь фронт и не трогай. Ты слишком серьезно к всему относишься. Потому что животное какое-то. Я не говорил, что я человек. Ну, успокойся. Кстати, у некоторых игроков уже начало от этой войны срывать крышу. Пум-че, пум-че, пум-че. Игроки даже на время начали делать какие-то успехи, например, вот этот котен на несколько дивизий. Но после потери этих дивизий у СССР активизировалось бесконечное наступление. Он начал атаковать всеми силами финнов и норвежцев. Постепенно откинул их Хельсинком и понес огромнейшие потери, уже больше миллиона. Но игрокам остается еле как держать Хельсинки, ведь если Финляндия капитулирует, то они проиграют в этом челлендже. А, блин, он умный, он со всех сторон атакует, он умный. Ну-ка, буферную ломает. Пора эвакуироваться, я считаю. Да нет, удержим. Сами Хельсинки удерживаю, то тебе надо выводить их в Хельсинки в толпу тикать. Да гвардию, швед, гвардию. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Не удержишь, я тебе говорю. Положение в Финляндии было не самое лучшее. Уже не хватало винтовок на оборону столицы, а норвежцы еле как стояли в провинции, благодаря которым уже было восстанавливать организацию для дивизий. Хельсинки штурмовали тяжелые, средние и легкие танки, куча пехоты, обычная, горнострелковая, даже ВДВ. Но ко всему этому еще добавляли 600 штурмовиков в небе. Шведы могли бы, конечно, помочь, но все их дивизии были на севере, но игрок в Финляндии готов обороняться и дальше. Меня сверху не успеем туда восстановить, я еще раз вынужден указал, выводи быстрее. Выводю. О, умрем, но не сдадимся, выводи, на. Я буду понимать, ты знаешь, думаю, пока все не умрут. Они девки уводят, держи. Держи, вот это, держи. Ой, держу. Блин, почему все так хорошо стало только тогда, когда нас пробивать начали до самой столицы? Не, мы здесь уже не... Блин, можем. Они снова танки подводят, они сразу увидели, что мы одну пробку пробили. Игроки радовались какому-то чуду, Советский Союз внезапно начал вводить дивизии, прекратив штурм Хельсинок. Но все оказалось проще, бот на СССР прошел порядки фокуса до Польши Прибалтики, потребовал Восточную Польшу, а та ему отказала, поэтому он увел 60 дивизий на Европейский фронт и, видимо, готовится к войне. Ну а тем временем на складах у него практически уже нет вооружения.
вооружение. Долг 54 тысячи винтовок, 3 тысячи легких танков, 2 тысячи артиллерии и 350 тяжелых танков. Потери, кстати, сумасшедшие. СССР потерял 1,5 миллиона. Финны почти 300 тысяч, норвежцы 180 тысяч и шведы 80. На севере Финляндии началась серьезная наступательная операция. Там шведы нанесли удар по основной линии фронта, чтобы отвести на себя дивизии. Ну а финские дивизии наступают на Карелию, дабы отрезать советские войска от Мурманска. Также финским войскам удалось взять сам Мурманск, чтобы у дивизии СССР не было возможности уйти из котла. Ну и пришло время, когда этот сумасшедший СССР напал на Польшу. Его даже не остановило то, что ее гарантировали Франция и Великобритания, поэтому теперь СССР воюет практически со всей Европой. О! На фронте с Польшей пока никаких действий, стороны бесконечно наступают и отступают. Ну а на север к шведам приплыли немцы, которые съели все снабжение, поэтому наступление на севере остановилось. Но зато финны с норвежцами начали потихоньку отбивать окрестности Хельсинок. Позже произошла высадка французов в Ленинград и началось наступление от Хельсинок к шведам. Скандинавы планируют сделать большой котел. Ну а на европейском фронте есть продвижение, там змейкой прорвались немецкие легкие танки. Да и в целом советский фронт уже сильно растянут, поэтому если скандинавам удастся сделать котел в Финляндии, то они очень легко потом дойдут до ключевых городов. А я напоминаю, что им нужно взять Ленинград, Москву и Сталинград. Уже один город они взяли, но с помощью союзников. Финны очень уверенно выдвигаются к шведам, советские войска просто уже без оружия моментально падают и отступают. А вот он и первый котел за это наступление, но такой мелкий, поэтому ждем побольше. По потерям, кстати, уже 3 миллиона СССР потерял, ну а финны 325 тысяч. И вот финские войска выходят на шведов, и все. Огромнейший котел советским дивизиям. Здесь порядка так 20 дивизий, и мне кажется, что это победа. Наконец-то все, котел. Соединились. Финляндия объединена. Пока финны и скандинавы делали новые котлы и медленно пробивались сквозь бесконечные озера и леса, в мире произошло важное событие. Венгрия решила предъявить ультиматумы. Сначала Румынии за Трансильванию, а потом Югославии за Воеводину. Она надеялась, что ей эти территории отдадут просто так. Но Югославия и Румыния пошли в альянс к Италии. Венгрия не растерялась и объявила всем войну. Ну а на помощь Венгрии пришел ее ближайший союзник Япония. Таким образом началась огромная война между Италией и Японией. В Финляндии новый котел, а еще игрок на финнах каким-то образом достался Киев. Игроки где-то 30 минут пробивались и наконец-то смогли выйти на дорогу к Москве, но пока что только на дорогу. Им еще пробиваться довольно долго. Игроки очень долго и медленно пробивались сквозь советские дивизии, им нужно было еще дойти до Москвы и Сталинграда. Но потратив 20 минут, они постепенно добрались до Москвы и им удалось ее занять. Я даже уже камеры не двигаю, потому что я в этот момент уже отошел. Ну а теперь осталось взять Сталинград, и они решили пойти на хитрость и проехать по союзному фронту. Выйти к Сталинграду через поляков, ну и в конечном итоге они его взяли. Я не понимаю, почему ты бежишь не в Сталинград, а около Сталинграда? Я понятия не имею, хочу, чтобы танк туда вошел. Yes. Ну все, можно выходить, мы взяли. Ему еще 15% до капитуляции. Все? Ура! Ура! На нем уже советские дивизии практически не было. Советский Союз, кстати, потерял 4 миллиона против 400 тысяч финнов. Игроки в этот раз справились с челленджем, но мы выиграли довольно долго, потратили 4 часа, но зато есть результат. Финляндию и Скандинавию мы прошли. Были, конечно, трудности, например, челлендж могли проиграть на том моменте, когда СССР почти взял Хельсинки, но бот, как всегда, ступил и решил отвести войска и начать войну с союзниками. Ну а на этом все. Напоминаю, что вы можете поддержать этот ролик лайком, а канал подпиской. Также не забывайте писать идеи для челленджа в комментариях. Было бы хорошо, если бы вы какие-нибудь придумали заруба. Ладно, спасибо.